Хабар 24 продолжает выпуск новостей. В студии Бутаку Саркулова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Стоян. В Казахстане может появиться специальный госорган, отвечающий за сохранность государственных информсистем. В случае, если данные казахстанцев все же утекут, собственник тут же получит смс-оповещение. Такие нормы в первом чтении сегодня одобрили депутаты Мажилиса. Под запретом может оказаться и сбор бумажных копий удостоверений. Подробнее о том, как еще планируют защищать данные казахстанцев, в материале Динары Жанбатыровой. Почти половину трехчасового пленарного заседания Мажилиса депутаты разбирали законодательные поправки в защиту персональных данных казахстанцев. По новым нормам в ответе за них будет специальный орган при Государственной технической службе КНБ. А для выявления утечки данных в планах ввести специальную платформу, где работают белые хакеры. Это международный опыт. Платформа Bug Bounty существует во всем мире. Они действительно защищают, аккумулируют всех специалистов в области информационной безопасности. И они работают по договору, по заказу той или иной компании для того, чтобы осуществлять конкретный взлом. И результаты этого взлома они дают заказчику, чтобы он устранил эту ошибку. Прежде чем эту правовую конструкцию в законопроекте предложить, мы смотрели на пилотный проект. Сегодня у нас одна платформа реализуется в пилоте. Мы полагаем, что рисков здесь никаких нет, все строго регламентировано. Наоборот, риски есть, если мы в законе это не учтем. Под запретом станет и сбор бумажных копий удостоверения, опять же, в целях безопасности. Больше уверенности, что копии документов не пойдут по рукам, а если данные все же утекут из госорганов, то собственников об этом тут же оповестят смс-кой. А как же, если нет интернета там или гаджетов? Как же мы будем? А записать удостоверение, номер удостоверения личности и фамилию никак? Просто записать, старым нашим способом. Зачем обязательно копия? Эта копия делается, потом на этой копии, там, условно говоря, в нее рыба заворачивается. Да? Как она хранится, как она защищается, непонятно. А там персональные данные. Подобная утечка шокировала казахстанцев буквально на днях. Персональные данные можно было пробить по номеру телефона через Telegram-бот. Поиск данных о месте проживания, ИИН, фамилия, имя, отчество казахстанцев стали доступны в иностранном Telegram-боте. Достаточно было вбить номер телефона. Как такое стало возможным и что предприняло министерство, чтобы исправить ситуацию? Мы предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис, как в настоящее время запрещенный в Казахстане, по выдаче таких сведений по номеру телефона. И вместе с тем, что касается адресов, эта информация с ранее имевших место утечек, устаревшей информации, она может быть также из общедоступных сервисов, таких, например, как сервисов по доставке еды или товаров. Другими словами, это частные компании, которым проще заплатить штраф за утечку данных, чем повысить уровень своей безопасности. К слову, на сегодня это чуть больше 300 тысяч тенге, а программное обеспечение по защите стоит миллионы. Сейчас вот действующие меры по КУАПу предусмотрены, это штраф там, порядка там, от 100 до 1000 МРП за утечку персональных данных, нарушение в области информбезопасности. То мы будем рассматривать, наверное, в ближайшее время все-таки меры по повышению этих штрафов. По мнению депутатов, рост должен быть как минимум в 3 раза. Этот пакет законодательных поправок все еще в работе парламента. Однако новеллы могут быть бесполезными, если казахстанцы продолжат пренебрегать элементарными мерами кибергигиены. В социальных сетях человек не должен излишнюю информацию о себе выкладывать. То есть, допустим, если там блогер снимает кучу золота своего, мне муж там подарил, а потом говорит, а завтра мы уезжаем в Боровое, в машине просто пробьет ее адрес, 2 дня ее нету в городе, пошел собирать ее драгоценности, красивые, которую она показала. Понимаете? То есть на самом деле, вот что важно сделать, чтобы человек знал ту границу, которую лучше не переходить, когда он рассказывает свои личные данные. И всегда, когда какую-то информацию о себе распространял, он знал о том, что кто-то может ей потом неправомерно воспользоваться. А теперь давайте разберем на элементарном примере. Есть у вас автомобиль. Это ваша собственность. Вы покупаете для него паркинг, приобретаете страховку, покупаете сигнализацию. Самую лучшую, как защита от мошенников. Не бросайте посередине дороги, другими словами, не оставляйте, где попало. Точно так же нужно относиться и к своим персональным данным, потому что если они попадут в руки мошенников, то поверьте, ущерб от этого и материальный, и моральный будет гораздо больше, чем от повреждения автомобиля. Динар Жанбатырова, Мурат Арипханов, Рустамбек Оспанов, Хабар 24.
Развитие цифровой сферы и стремление сделать Казахстан ведущей IT-страной являются долгосрочными и перспективными планами. По мнению почетного консула Казахстана в Индонезии, эта стратегия не только способствует экономическому росту страны, но также укрепляет ее мировую позицию как центра для предоставления IT-услуг и обработки данных. Особое внимание уделяется диверсификации экономики, стимулированию промышленного развития и упрощению процедур закупок в стране, что заслуживает высокой оценки. Эти инициативы имеют важное значение не только для стимулирования экономического роста, но и для создания более благоприятной среды для бизнеса, которая привлекает инвестиции. В Вене в штаб-квартире МАГАТЭ казахстанские и международные специалисты представили результаты совместной 30-летней работы по исследованию загрязнения Семипалатинского полигона. Речь идет о территории 18 тысяч квадратных метров, сравнимой по размерам с такими странами, как Словения или, к примеру, Израиль. Сегодня это единственный в мире закрытый полигон, где проводились испытания ядерного оружия. Отечественные специалисты при поддержке МАГАТЭ впервые создали собственные методы исследований, провели масштабную оценку радиоэкологического статуса полигона. Следующим этапом должна стать работа по возвращению земель в экономический оборот. Данные, полученные из образцов почвы и других компонентов в ходе лабораторных исследований, позволяют сделать заключение о том, что часть территории все еще остается радиационно опасной, и для допуска населения будут предусмотрены ограничения. Те участки земли, в которых не обнаружены опасные радиационные места, потенциально могут быть использованы в экономических целях. Согласно данным МАГАТЭ и казахстанских ученых, эта территория составляет примерно 9 тысяч квадратных километров или половину территории полигона. Сейчас мы смотрим уже именно на реабилитацию, то, о чем я говорю, то есть это тоже разработка методов рекультивации территории, да, загрязненных участков. И, соответственно, дальше планируем с МАГАТЭ работать уже в этом направлении. То есть совместно разрабатывать, проводить экспертную оценку и работать дальше над очисткой, скажем так, уже земель. Сегодня мы определяем пока только локальные точки, на которые мы можем взяться, на которых мы можем отработать, опять же, наши возможности и наши компетенции. Проведение референдума о строительстве АЭС в Казахстане – проявление демократии, которое усилит прозрачность и легитимность ядерной программы страны. Так считает экс-министр без портфеля Венгрии Янош Шули, занимавшийся вопросами по расширению атомной станции ПАКШ. Вынесение вопроса на всеобщее голосование – эффективный способ узнать мнение общественности. Поскольку референдум по вопросу атомной электростанции может увенчаться успехом, атомная энергетика может занять до 30% энергобаланса страны. Данная цифра поспособствует достижению конечной цели – сделать Казахстан углеродно-нейтральным к 2060 году. Продолжаем выпуск. Дефицита муки и сахара в Казахстане не будет, заявил сегодня министр торговли и интеграции Арман Шакалиев. В то же время он признал, что в ряде регионов произошел рост цен на муку. Сейчас ведомство разбирается в причинах повышения в Жамбылской, Атырауской области, области Улутау и в Шымкенте. Что касается сахара, то, по словам министра, предпосылок для его подорожания нет. На складах имеется достаточный запас. Вместе с тем, чтобы не допустить резких скачков цен, внесены изменения в правила биржевой торговли. Будет установлена минимальная оптовая цена. Напомню, ранее аналитики сообщили о снижении производства сахара в Казахстане и отметили рост его импорта из России. А летом заводы забили тревогу, заявив, что на складах хранится свыше 100 тысяч тонн сахара, себестоимость которого выше российского. 100 тысяч тонн – это было на начало августа. Сейчас этого остатка уже нету. Сейчас вообще традиционно в сентябре-октябре с России сахар уже снижается поступление. Поэтому сейчас уже идет реализация нашего сахара. Для примера скажу, что даже серый сахар заезжал до 320 тенге, дешевый заезжал. Соответственно, наши некоторые заводы даже в убыток себе вынуждены были продавать, чтобы не потерять рынок. Сахар немножко подрос, потому что наши сахарозаводы начали реализовать свой сахар, плюс еще запасы завезенные, оптовики, допустим, те, что завезли с России, раньше по более дорогой цене.
В Акмолинской области сайгаки уничтожили свыше 70 тысяч гектаров посевов. Ущерб от нашествия степных антилоп аграрии оценивают в миллиарды. Больше всего пострадали 6 зерносеющих районов области. Теперь хлеборобы просят защитить посевы от сайгаков, иначе сельское хозяйство будет для них убыточным занятием. Окажут ли помощь аграриям, выясняла Аслана Буталипов. Где сайгак прошел? Вот все, что осталось от колоса. Это процентов 30-40 они съели. Так видовой посмотришь, вроде урожай есть, а когда начинаем убирать, там 3-4 центнера больше не дает. В безвыходной ситуации оказались аграрии в Атбасарском районе. Здесь многие хозяйства страдают от нашествия сайгаков уже не первый год. При этом животные уничтожили урожай пшеницы, самую востребованную зерновую культуру. Поля от набегов не спасло даже постоянное патрулирование и объезды. Если мы позапрошлый год списывали 3000 гектаров, в прошлом году 3,5, а в этом году сайгаков очень много было. И вот в этом году они потравили 5400, это официально, которые их, они уничтожили. А кроме этого же они везде ходили, по 10-15% с каждого поля мы это не берем в счет. До того дошло, что они же не боятся людей сейчас, сайгаки, ни машин, ни транспорта, а зайдут на поле, мы ничего не можем сделать. Раньше хоть можно было воздух стрелять, сейчас и ружье нельзя брать. Если в одних местах сайгаки потравили посевы лишь частично, то другие поля оказались полностью вытоптанными. Это стало для местных аграриев настоящим бедствием. Тем самым их многодневные труды были сведены на нет. Хлеборобы в отчаянии. Летняя засуха и осенние затяжные дожди остановили уборочную зерновых почти на полмесяца. Нашествие сайгаков усугубило и без того трудное положение аграриев. Теперь под угрозой, говорят они, и будущая посевная кампания. Самое малое в этом году вот мы понесли убыток на 500 миллионов. Самое малое. Просто нам кто эти затраты возместят? Никто не возместят. А у нас же есть обязательства, кредиты брали, технику брали, лизинг, где решили, где не решили, но платить все равно надо, иначе потом пойдет пеня. А, соответственно, если пеня пойдет, то мы нечем будет платить. Каких-либо мер по возмещению ущерба со стороны государства официально не предусмотрено, а продление кредитов и займов находится под вопросом. Поэтому проблема с потравами полей сайгаками требует своего решения на уровне правительства, говорят местные власти. Проблема потравы полей сайгаками остается открытой. На уровне республики есть комиссия с участием заинтересованных ведомств. Сейчас рассматривается вопрос контролируемого отстрела сайгаков в ограниченном количестве. Что касается возмещения ущерба от потравы сайгаками, то его должны получить те аграрии, которые застраховали свои земли. Сами аграрии решение проблемы видят в регулируемом отстреле сайгаков, иначе они попросту не смогут засеивать поля. Напомню, до конца этого года в стране действует запрет на отстрел степных антилоп. Как ранее сообщили в Минэкологии, мораторий продлевать не будут. Также в ведомстве пообещали, что в ближайшее время будет принято решение по управлению популяцией сайгаков. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Акмулинская область, Хабар-24. На 1 300 000 000 тенге нанесли ущерб браконьеры в области ЖТСУ. 200 миллионов уже взысканы в пользу государства. С начала года специалисты областной территориальной инспекции провели 800 рейдов. Выявлено около 200 нарушений природоохранного законодательства. В итоге 4 человека привлечены к уголовной ответственности. Всего в регионе работает 50 охотничьих хозяйств, в которых разрешена охота. Отмечу, на территории области обитают 475 видов птиц и млекопитающих. Пятая часть из них – краснокнижные. За незаконную охоту предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Максимальная административная ответственность предусмотрена до 1000 МРП штрафа с конфискацией предмета и орудия браконьерства. Уголовная ответственность предусматривает максимально до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Усть-Каменогорске завершился суд по громкому делу. Бывшего руководителя управления сельского хозяйства области Владимира Гайламазяна приговорили к 3,5 годам заключения. Напомню, в январе прошлого года его обвинили в растрате почти миллиарда бюджетных тенге. Деньги предназначались фермерам на субсидирование приобретения солнечных панелей. На скамье подсудимых оказался и подрядчик, который поставил оборудование. За мошенничество он проведет за решеткой 5 лет. Нарушения в сфере субсидирования питьевой воды выявили в Западно-Казахстанской области. По данным областного департамента антикоррупционной службы, местные власти не включили в список субсидируемых объектов 52 села с населением 37 тысяч человек. Сумма ущерба составила 108 миллионов тенге. В Теректинском районе жители за кубометр воды вместо 90 тенге платили 643. А необоснованная переплата оставалась у поставщиков услуг «Казводхоза» и «Теректесу».
В настоящее время акиматом области в перечень особо важных локальных систем водоснабжения включены водопроводные сети в 5 населенных пунктах с численностью населения более чем 3000 человек. В дальнейшем будет рассмотрена возможность субсидирования питьевой воды по водопроводам в остальных населенных пунктах. Местными исполнительными органами проводится соответствующая работа. С начала года в Мангыстауской области почти 250 человек привлекли к ответственности за нанесение ущерба в общественных местах. Кроме того, больше 5000 жителей нарушили правила благоустройства. Они уничтожали зеленые насаждения и деревья, разрушали объекты инфраструктуры. Недавно полицейские Актау задержали 3 подростков, которые ломали декоративные конструкции на набережной. Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения. За своих детей наказание понесли родители и заплатили штраф. Как выяснилось, 6, 7, 11-летние мальчики во время игры сломали ограждение на набережной. На законных представителей детей составлен административный протокол по статье 127 Административного кодекса Республики Казахстан. Также проведена профилактическая беседа. В Шымкенте с началом учебного года зафиксирован рост заболеваемости корью в школах и детских садах. Однако ситуация под контролем, заверили в департаменте санэпидконтроля. По словам специалистов, пока оснований для введения карантина в учебных заведениях нет. Рост заболеваемости специалисты связывают с отказом от вакцинации. 88% из тех, кто заболел, прививку не получали. В 47 школах по одному случаю регистрация идет, в 17 школах по 2-3 случая, и в 2 школах 4-5 случаев. Карантинные режимы накладываются в том случае, если в одном классе, или же в одной группе детского сада, или же в одной смене школы или вуза, СУЗа идет регистрация заболевания от 20 до 30%. Свыше 200 казахстанцев погибли в пожарах с начала года. 6 из них – дети, которые отравились угарным газом. Несчастных случаев стало больше почти на 7%. При этом чаще всего возгорание регистрируют в жилом секторе из-за нарушений правил эксплуатации отопительных печей. По данным МЧС, рост зафиксирован в области Абай, а также Алматинском и Костанайском регионах. В период отопительного сезона спасатели призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности, а также рекомендуют устанавливать в частных домах приборы раннего оповещения задымления. На сегодняшний день зарегистрированы факты травмирования в жилом секторе. К примеру, в городе Семей только в сентябре уже зафиксированы 2 факта отравления и госпитализации 4 человек из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе. Масштабные пожарно-тактические учения провели спасатели на территории Илия-Алатауского национального парка. Тренировку организовали в ущелье Кимаса, расположенном недалеко от спорткомплекса Медеу, и считается одним из наиболее посещаемых туристических мест. По сценарию, в горной местности произошло возгорание сухостоя, которое распространилось на лесной массив. С этим пожарные благополучно справились. Здесь же отработали методы спасения людей и оказания им первой медицинской помощи. Всего в учениях были задействованы 157 человек, 29 единиц спецтехники, а также самолет и вертолет. Эти учения направлены непосредственно на тщательную подготовку сотрудников ГНПП, так как у них имеется лесничество, несколько филиалов, вот или в Алтайском, к примеру, ГНПП, у них 4 лесничества, вернее 4 филиала и ряд лесничеств. Соответственно, мы уже как приданные средства, силы и средства, как я уже повторил ранее, мы их немножко обучаем, показываем, как правильно тушить пожар, то есть введение уже непосредственно тактики пожаротушения. ₽54 миллиона потратят на подготовку и проведение выборов акимов, городов и районов области Абай. Решением областного маслихата были утверждены 2 пилотных района. Избирать акимов будут в городе Курчатове и Абайском районе. Электоральная кампания началась неделю назад. Пока свою кандидатуру выдвинул только один человек. Сейчас местные исполнительные органы формируют списки избирателей. Предварительно принять участие в выборах смогут свыше 16 тысяч человек.
В Абайском районе 13 избирательных участков, в городе Курчатов 12 избирательных участков. Комиссии сейчас начали уже работу. Это первый опыт, это, как я уже отметила, это пилотный проект. Это повысит ответственность самих акимов. И, конечно же, так как их изберет народ, соответственно, они должны будут выполнить те обещания, те программы, которые будут ими даны накануне выборов. Региональные конференции отметили первую годовщину со дня основания филиала Народной партии Казахстана в области Абай. За год общественники объездили 137 сел. Сегодня в регионе насчитывается порядка 3000 членов Народной партии Казахстана. Всего в стране их свыше 150 тысяч. Сейчас у нас реальная политика, и мы во всех областях поменяли председателей филиалов. Везде пришли активные люди, и они работают с населением. Но сейчас у нас планы, это мы участвуем в выборах акимов районных и поселковых, и выдвигаем своих кандидатов. Компания «Кигок» объявила о старте вторичного размещения акций на казахстанском фондовом рынке. Свыше 15 миллионов простых акций будет предложено уже в ноябре. Почему выгодно быть держателем акций системного оператора отечественной энергосистемы, руководители компании рассказали на пресс-брифинге в столичном офисе. Заявки от новых инвесторов будут приниматься 16 октября по 2 ноября. Подать их можно через приложение банков и Казпочту. К слову, на выплату дивидендов компания «Кигок» намерена направлять не менее 60% чистой прибыли. Так, за первые полугодия акционерам выплатят свыше 20 миллиардов тенге. С момента проведения народного IPO акции «Кигок» демонстрируют очень стабильную доходность. Компания выплатила дивиденды на сумму 218 миллиардов тенге. Если тогда акция стоила 505 тенге, то сейчас стоимость акции выросла практически 3 раза. Да? Вчера на дату закрытия цена акции «Кигок» составляла 1590 тенге. С июля в стране заработал единый механизм закупа электроэнергии. Все производимое в стране электричество закупается на электронных торгах и распределяется по сетям «Кигок». Расширился список потребителей. Кроме того, вступили в силу новые тарифы. Компании прогнозируют, что годовая прибыль превысит 31 миллиард тенге. Это на 18% больше прошлогоднего показателя. Ожидаемый рост он обусловлен прежде всего вводом новой модели единого закупщика и балансирующего рынка в режиме реального времени с 1 июля, как я говорил до этого. Новшества способствовали введению новой услуги по пользованию национальной электрической сети, в результате чего мы ожидаем значительное увеличение объема оказанных услуг и проведение успешной заявочной кампании. Вторичный вывод акций на рынок позволит компании реализовать и новые инвестпроекты. Среди них проект по усилению южной зоны энергосистемы Казахстана. Путагоз Базарбаева, Асхат Каракульшиев, Астана, Хабар 24. Перспективы развития анимации обсудили сегодня в столице. Спикеры, отечественные и зарубежные эксперты. О том, насколько востребована индустрия в Казахстане, расскажет Гульдана Кален. Воркшоп по анимации собрал студентов и молодых специалистов, работающих в этой сфере. Программа насыщенная, панельные сессии, дискуссии, конечно же, практическая работа, но прежде теория. Для студентов, которые планируют связать свою жизнь с анимационной деятельностью, мероприятие стало хорошей площадкой прежде для налаживания социальных связей. Будущие специалисты, не теряя возможности, задают вопросы профессионалам, среди которых, как выбрать свое направление в данной индустрии, как продвигать свои проекты на известных видеоплощадках и судя. По отзывам они остались довольны ответами. Я для себя взяла то, что нужно будет, наверное, больше направляться во всех сферах и при этом изучать одну сферу, то, что тебе нравится, быть разносторонним. Так как моя будущая специальность – это графический дизайнер, я хочу развиваться в этой сфере, но при этом изучать больше и немножко практиковаться в других сферах маркетинга, своем таком плане. Вообще я очень рада, что у нас начали проводиться такие мероприятия. Я вижу здесь очень специалистов, даже за рубежа, это очень классно. Это связи здесь, люди, которые с тобой общим интересом связаны. Анимация – ключ к общению с молодым поколением. В стране важно развивать эту индустрию, говорят представители отрасли. На казахстанском рынке ниша пока свободная, практически нет конкурентов. И это возможность для начинающих специалистов. Сейчас, скажем, такое время, эпоха контента, и анимация является одним из таких уникальных инструментов для передачи
какой-то идеи, да, истории. Это очень такой хороший источник дохода в будущем в экономических если целях рассматривать. Анимацию применяют как в мультипликации, так и в кинокартинах, компьютерных играх и видеорекламе. Это хорошие инструменты для продвижения национальных ценностей и культуры, говорят эксперты. По их словам, чтобы индустрия развивалась, необходима поддержка со стороны государства. Я не вижу ничего плохого в том, что развивать культуру своей страны. Это важно, и опять же, визуальная индустрия, что анимация, что кино, это хороший способ это делать. Сейчас самое главное – это вкладываться в образование людей. То есть если государство и, допустим, какие-то частные инвесторы будут вкладываться в образование, индустрия будет быстро расти. Отмечу, мероприятие продлится 2 дня. В четверг больше времени уделят практической работе. Участникам покажут современные технологии создания анимации. Ульяна Хален, Рустамбек Успанов, Хабар 24. День инклюзивного общества организовали в столице. Люди с инвалидностью презентовали свои лучшие социальные проекты. В мероприятии участвовали представители Казахстана, России и Турции. Цель подобных встреч – развитие сотрудничества и обмен международным опытом. У людей, которые передвигаются на колясках, очень хорошие логистические способности. У людей с ментальными особенностями, к примеру, у ребят с Даун-синдромом, у них очень хорошая, хорошо развита эмпатия. Да? Люди неслышащие, они хорошо видят, они хорошо чувствуют вибрацию, они здорово переживают эмоции. И эти способности развиты очень сильно, и когда мы правильно организуем взаимодействие с такими людьми, оказывается, у людей без инвалидности тоже развиваются в себе скрытые таланты и способности. И на это направлен и проект «Паруса духа», и на это направлены сегодняшние мероприятия. Я, как, например, человек видящий, получила вот именно новые навыки, именно взаимодействие с людьми, у которых есть нарушение зрения, да, вот инвалидности. Многому нужно учиться, многому спокойствию, приниманию себя, приниманию каких-то фактов. И о спорте. Казахстанский пловец Адильбек Мусин завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на азиатских играх, которые проходят в китайском Ханчжоу. Первое место за представителями Японии, а второе у спортсмена из Китая. Третье место. Могло бы быть вообще ничего, потому что это, ну, как вы на табло можете посмотреть, там буквально сотые какие-то секунды влияют. На дистанции 100 метров это вообще, даже можно сказать, не успеете глаза моргнуть, как медаль ушла у вас из-под носа, так сказать. Вот. Самое главное, зацепились. Отлично, результатом довольны. Дальше эстафета. В Брюсселе с аншлагом прошел показ художественной картины «Дос Мукасан», организованный посольством Казахстана в Бельгии. Фильм, который полюбили миллионы казахстанцев, теперь уверенно набирает поклонников и среди европейских зрителей. Подробнее в материале Жанат Эрнст. Экранизированная история легендарного казахского вокально-инструментального ансамбля «Дос Мукасан» привлекает бельгийцев и гостей европейской столицы, а также казахстанцев, проживающих здесь, своей подлинностью и искренностью. И сегодня, через полвека после первых европейских гастролей, наши музыканты предстали перед зрителями в актерском исполнении. It was a really great film. Это замечательный фильм о впечатляющей истории ансамбля, о том, какие преграды им пришлось преодолеть. Они были настоящими музыкантами и смогли добиться чего-то великого в тяжелые времена. Я рекомендую всем посмотреть это кино, даже если вы до сих пор не знакомы с творчеством артистов. It's a very interesting movie, actually. Сегодня я впервые увидел кино о казахской культуре и о том, как она развивалась в советское время. Это очень хорошо сделанный фильм. Я услышал новую музыку, и мне очень понравилось. До этого я бывал только в Узбекистане, но теперь я очень хочу посетить и Казахстан. Музыкальный байопик или биографическая драма о рождении и творчестве любимого ансамбля – это фильм о жизни и деятельности, а также триумфе молодых казахских исполнителей 70-х. История успеха небольшого студенческого ансамбля и смысл песен, ставших поистине народными, одинаково близки и ровесникам музыкантов, и их детям. Фильм действительно передает атмосферу того времени, а моя мама, она как раз училась, была сокурсницей в политехе в те времена, и уже я во втором поколении, получается, тоже училась в политехническом институте. Период такой, не сказать, что только чисто фольклорная музыка, да, это, но это оттенки, тем не менее,
все переданы, на мой взгляд, и эпоха, и время, влияние музыки, как не только той, которая была внутри Советского Союза, хорошо ощущается в нем. Да, это чувствуется. И всегда сплавы культур, на мой взгляд, красиво обыгрываются потом в творчестве. Фильм был показан на казахском языке с краткими субтитрами на английском, и зрители отлично понимали смысл происходящего на экране. Ведь хорошая музыка, как и чувства людей, не нуждаются в подстрочном переводе. Жанна Терна, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель. К этому часу у нас все. Я напомню, что все новости Хабар 24 доступны также в соцсетях. Для этого наводите свои смартфоны в режиме фотоаппарата на специальный QR-код, который прямо сейчас вы видите на своем экране.